Всем привет! Вот такие компьютерные наушники купил фирма AOTS. Это всемирный лидер производства компьютерных мониторов. У меня этой фирмы монитор гнутый. Там задержка 1 миллисекунда всего. Очень хорошая вещь. Сейчас вот наушники купил. Такие стоят 24 евро. Виртуальный звук 7.1 канал. Ну что, попробуем распаковать. Так, ну вот. Лина прошла, говорит, не буду мешать. Громкоговорители стоят на неодимных магнитах. Сами наушники очень легкие. Ну вот один минус, многим не понравится. У них только USB. USB только есть. Не могут они подключаться уже через вход наушников. Сколько там, 3,5 миллиметра. Какой пульт с подсветкой. Громкость идет. Потом кнопка включения и отключения микрофона, кнопка включения и отключения подсветки, и здесь какая-то кнопка. От помех на кабель USB вот такой барабанчик прикреплен. Там внутри магнит. Наводки от сети и от аппаратуры он предотвращает, так сказать. Так, ну сами наушники. Ну, сам дизайн многим не понравится, потому что это вот коматозная расцветка. Ну, это фирменная этой фирмы. Коралловый цвет и черный. Здесь видим логотип фирмы. Очень мягкая, внутри стоит прокладка. Здесь съемный микрофон, то есть я его могу просто, если он не нужен, дергивается. Странная конструкция микрофона, я не вижу дырочки. Ладно. Сколько имел наушников, всегда ломались вот через эти места. Здесь авиационный алюминий отполированный. Это вот это все алюминий, вот это вот. Здесь название LED-диоды стоят. 4 функции подсветки. На вещь. Вот я отключил микрофон. Ну, на эти наушники нужно еще записывать драйвера в компьютер, чтобы был 7-канальный звук. Сами динамики. Что-то железное тут. Оплетка кабеля не резиновая, а какой-то материал такой интересный, чтобы не растягивалось, чтобы кабель не рвался. Кстати, микрофон вот горит, и кнопкой, когда отключаю, вот он
потухает, значит, он не работает. А здесь могу выключить. Так меню выглядит на наушнике. Вот. Можно виртуальный сделать звук на канал 7.1. Шумы подавлять, уровень. Это все драйвер на эти наушники. Частоту дискредитации выбрать 96 кГц, битовой поток 24 бита, даже по размеру комнаты выбирается. Отдельно можно микрофон настроить на наушниках, волшебный звук, чудовище. Включи снижение шума. О, это уже на этот монитор, он тоже фирмы EOS, лидер по производству мониторов. Что за макрос такое? Ничего нету в наушнике. Звук, ребята, офигенный. Вот музыку можно сделать. Пульсация. Статичный. Мигание. Нет. Произвольно.